Восьмой на позиции. Ждем остальных. Die anderen sind schon in Position. Докладывает Сокол. Обстановка прежняя. Готовы к операции. Всем группам приступить к операции. Двигайся 400 метров юго-запад. Три! Огонь по снайперу! Снайпер! Шарфшюце, Vorsicht! Иди! Я прикрою! Хорошо! Пошли! Уже выдвигаюсь! Выдвигаемся! Чисто! Прикрываю! Иди! Двигайся! Выдвигаемся! Das ist unser Fahrzeug.
С ТПТА. Выдвигаемся! Заряжаю. Прикрой меня! Уже выдвигаюсь! Вперед! Двигайся! Выдвигаемся! Прикрой меня! Выдвигаемся! Прикрой меня! Противник, солдат! Du war klein um Decke. Gut gemacht, Mann, danke. Das war gut, der ist hier angerannt gekommen, hat ja ihn weggeboostet. Da liegen sie. Ist das denn noch mit uns? Ja, das ist ein Spezialist. Oh Scheiße, Entschuldigung, Mann. Fuck die Spandern, ich bin doch wirklich dämlich. Tut mir echt leid, Junge, du hätte mich auch schießen müssen. Bist du bescheuert oder was? Ich kann hier auf meine eigenen Leute schießen. Er ist so bescheuert, das ist krass. In Wirklichkeit würde ich auch da eigenen abknallen. Ich könnte es einfach nicht unterscheiden so schnell. Wenn ihr eine Sekunde wartet, bist du tot. Ich mein gehabt, dass die das so verzeihen. In Wirklichkeit hätte ich schon abgeknallt. Nicht mal verletzt. Хорошо, пошли. Иди, я прикрою. Хорошо, пошли. Уже выдвигаюсь. Двигайся. Выдвигаемся. Уже выдвигаюсь. Противник, солдат. Прикрой меня! Чисто. Выдвигаемся! Хорошо! Противник! Солдат! Стреляй!
Уже выдвигаюсь! Чисто! Выдвигаемся! Хорошо! Пошли! Выдвигайся! Двигайся 100 метров вперед. Прикрой меня! Противник! Нет! Атаковать этот пикап! Вперед! Нет! Огонь на снайпер! 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 Вперед! Открываю огонь на цели! Открываю огонь на цели! Внимай точку, Шпангерт. 200 метры, прием. Тап, Шпангерт. Патроны кончились. Солдат, 100 метров. Второй, седьмой, ясно? Eine Flugabwehrkanone an die. Атакуй! Того, стрелка! Запад! Готов! Открываю огонь по цели! Граната! Следите, прикрой меня! Die sind schon hier vorne. Ich schieße hier mit Gewehrgranaten rein. Чтоб ты сдох, Питер, чтоб ты сдох. Прикрываю огнем! Прикрываю! Иди! Семь, два, стреляй в этого солдата! Четыре, положи, прием. Второй, седьмой, ясно? Ein paar Zivilisten erledigt. Zieh den Köpfe ein, Mann. Кончились патроны. Чисто. Веду поддержку. Жду. Двигайся 75 метров вперед. Die Jungs haben was drauf. Gibt's nichts zu meckern.
Klar, mal kurz speichern. Заряжаю. Заряжаю. Три! Стреляй в этого солдата! Впереди! Я прикрою! Второй, третий. Ясно? Вижу цель. Солдат, направление 200 метров. Прием. Меняю магазин. Выдвигайся! Das ist eine Gewehrgranate. Mist. Замечен противник. Солдат, юго-запад. 200 метров. Прием. Первый. Ясно? Шесть. Пополни боеприпасы. Противник! Стрелок!
Vorsicht! Wir sind da. Scheiße! Направление 200 метров. Прием. Второй. Третий. Развод джеку. Солдат. Направление 100 метров. Прием. Два. Нет. Стреляй в этого солдата. Приди. Приезжаю. Открывай огонь по цели. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием. Группа. Движение на юго-запад. Вижу цель. Out up, Leute. Направление 50 метров. Прием. Двигайся 100 метров вперед. Wait for the second group. Двигайся вперед. Противник. Gut gemacht. Oh, bin ich froh, dass diese Leute mit sind. Die haben es echt drauf. Und ich knall die auch noch ab, die Typen. Ich brauch sicherlich Erste-Hilfe-Kästen. Hab ich gar keinen mehr. Karabiner 98, da kann ich schon leid tun, der Typ. Da eine mit Schalldämpfer? Capture the zombie, hab ich. Давай-то, ты окружен. Тебе не уйти. Эта скотина в доме сидит. Was sagt er? Выходи, падла! Surrender, you're surrounded. Was hat er gesagt? You can't leave. Урод! За тебя столько пацанов загублено. Come out, you bastard. Capture the leader. Jetzt kommt er raus. Объект захвачен. Требуется эвакуация. Саво. Ожидайте. Das ist der Kunde. Anfangs große Mal gehabt, jetzt liegen seine Kunden überall hier rum verteilt. Schön, schön, schön. Es mussten ganz schön viele drauf dran glauben.
Das war gut. We have successfully completed this operation. The main drum card is now up our sleeve. Das ist gut. Da ergeben sich die anderen ohne Anführer. Ganz schön viel abgeknallt. 2x4, 6. 2 Kollegen sind draufgegangen. Lighthouse. The militant leader turned out to be very useful for us. Ah, der sprudelt vor Informationen, bloß um sein scheiß Leben zu retten. Move to the island. Capture the lighthouse. Eliminate the militants and take control over the lighthouse. Move to the island. Das scheint nochmal eine Spezialoperation zu werden. Danach wird er zum Major befördert. Was ist denn das? Wie heißt das Ding? Mustik Kazar Ari. Das ist ein Name. Release the Lighthouse. Wie viele Leute? Aganov ist immer noch Private. Das ist der einzige Private in diesem ganzen Team. Lieutenant, Sergeant, Captain. Der einzige Private. Da ist gut. Den ganzen Kampfeinsatz mitgemacht. Zig Leute abgeknallt. Ja, die Strukturen sind halt hart im Militär. Da kommst du nur durch Arschkriecherei weiter. Nicht durch gute Schüsse. Очень много важной информации выдал нам Душара на допросе. Оказывается, они еще успели подмять под себя мелкие островки Терска. Маяк слишком важен был для них, и они его захватили в первую очередь. В южной части Терска есть остров, на котором остался заброшенный аэродром. Они его тоже прибрали себе. Altes Flugfeld. Я думаю, он будет для нас следующим. Ну вот, братишка, все налаживается. Скоро домой. Вернешься героем, еще и звание получишь. Не верится. Das wird eine Zeit. Vielleicht wäre ich ja Obergefreiter. Гражданки, чем будешь заниматься? Учиться пойду, а потом контракт оформлю. Не нужно тебе это все. Здесь и армии не хватило. Ладно, тебе решать. Себе сам помог и другим помоги. Жгутом затянул, обколол и назад к пулемету. Давай, мужики, за наших ребят! Все к бою!
Нету ШИС. Один готов. Заряжаю. Die gehen ja wo? Die sind gut. Alles weggepustet. Ah, die haben nur eine gute Waffentechnik. Ich renne hier rum. Was hat er gesagt? Maschinengewehrschütze im Westen. Maschinengewehrschütze. Побери, патроны закончились. У вас genug патроны, Джак Консалес. Das ist ein MG-42? Das ist ein MG-42. Das war ein Gegner, verdammt. Warum können die nicht rot und grün aussehen oder irgendwie sowas oder rot und blau? Zum Glück rennen sie mit dem Karabiner rum. Пулемет. Да, Scharfschütze. Сын.
огневая точка. 200 метров. Прием. 100 метров. Впереди. Ага. 5 метров. Впереди. Стреляй. Того солдата. Впереди. Ага. 100 метров. Вперед. Штурм. Ага. 100 метров. Впереди. Ожидаю указаний. Пистоля? Солдат! 200 метров! Право! Нужны патроны. Komm schon, ihr seid doch Scharfschützen! Weiß nicht, wer hier schießt. Gibt's hier irgendwo einen Bunker? Halt den ab, Mann! Das geht Karabiner 98. Четвертый. Ясно?
Дальше. Там дома. Mach ich den Treffer noch einen anderen, der arme Kerl. Endlich haben sie den Kleinen weggesprengt. Vorsicht, da schießt er auf mich, verdammt nochmal. Нужно перезарядить. Черт побери, патроны закончились. Уж это смазнется магазин. Weiter, 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 komm, 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 hoch, hoch, hoch. Маяк освобожден. Задача выполнена. Ich hätte wieder einen eigenen erschossen. Ich bin froh, dass das nicht geht. Mein Gott, bin ich verblödet. Die waren aber schon weit vorn. Das Ding haben sie gleich weggeräumt. Die Hundehütte. Schon wieder auf den armen Kerl geschossen. Tut mir echt leid, Mann. Обнаружено массовое захоронение. Это гражданское. Массенграб haben die gefunden. Die haben Zivilisten erschossen, diese Schweine. Dafür kann er sich, вот dafür wird er gegrillt. Scheiße. Тела надо будет захоронить. Haben sie Zivilisten weggeräumt, die Drecksäcke. Das ist Gesindel.
Mission accomplished. Now the lighthouse is under our control. Ich will bloß mal gucken, wie viel ich erschossen habe. Gar nicht schlecht. Für einen alleine, das sind 6, 3, das sind 7, 8 Leute, das ist schon okay. Our time. Prolog, Russian Federation. Ich hoffe, ich erlebe es noch, wie sie den Typ aufhängen. Das war's, jetzt fährt er heim in Ruhestand. Ich wollte euch nochmal eine Geschichte erzählen. Товарищ майор, но очень интересно, что было дальше? Чем завершилось это все? Рядовой, так-то мне уже домой пора. Мой рабочий день закончен. My working day is over. Morgen gibt's die nächste Geschichte. Может, оставим самое интересное на завтра? Ну, товарищ майор, вы уже близки к финалу. К финалу? Ладно, слушайте. Jetzt hätten die nicht schlafen können. The last stage. The last place captured by Militants. Achso, das ist der alte Flughafen. Natürlich, klar. Was soll es sonst sein? Der alte Flughafen. Jetzt muss ich das mal gucken. Genau, hier unten ist die Insel. Das ist das, was ich gesehen hatte am Anfang schon. Wo ich diesen Flughafen verteidigen musste. Parachute Drop. Capture Airfield, das muss natürlich auf mehreren Seiten angreifen, die Macht haben die ja dazu. Parachute Drop, also erstmal hier landen, das ist klar, und dann das Airfield einnehmen, welches dann im Osten liegt, im Südosten. Okay. Last Stage. First Island, Juli 2007. Товарищи, благодаря нашим совместным усилиям мы почти выбили террористов с острова Терск. На данный момент остается еще одно место, которое оккупировали боевики и создали там лагерь. Это старый заброшенный аэродром на отдельном острове к юго-западу от Терска. Сегодня днем запланирован штурм этого аэродрома, в котором вы будете принимать участие. Этот день войдет в историю нашей воинской части, а также остров Терск. Сегодня мы должны нанести последний, решающий удар по врагу. Entscheidender Schlag gegen den Feind. Den Typ wär ich in этой операции вам придется десантироваться на остров из вертолета. Эту важную миссию будут выполнять два отряда. Разведывательный и десантный под руководством сержанта Трофимова. Сержант Трофимов. Ваши задачи – выполнить безопасное десантирование из вертолета и произвести зачистку острова. Ни один гад не должен покинуть остров. Wenn sie nicht gerade Schwimmprofis sind, werden sie die Insel auch nicht verlassen. Вылет через 2 часа. Можете готовиться. Вертолет уже ждет вас на площадке. Не волнуйся, Василий, все будет хорошо. Я тебе объясню, как пользоваться парашютом. I explained you how to use it. Ребята так ждали эти прыжки. Понимаю, братишка. Твои товарищи больше всех заслуживают этой победы. Жаль, что они не дожили до этого дня. Выполни свой первый прыжок в память о них.
Ты сможешь, я уверен. Добьем этих упырей и окончательно отомстим за всех, кто не дожил до этого дня. Пойдем собираться. Не волнуйся, Василий. Не волнуйся. Добро пожаловать на боевое крещение, братишка. Добро пожаловать. Вовремя мы прибыли на остров. Вроде как последний боевой выход. Понял, еще одно небольшое гнездышко от неприятных птичек. Агав, ты все запомнил о парашюте? Давай, дружище, я верю в тебя. За ВДВ! I believe in you. Hoffentlich komme ich nicht in den Rotor rein. Мы на месте! Выходим, господа! На данда, ассушпун! Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел! Эй, мама, не пальчик мав! Большое счастье, das heißt große Scheiße. Okay, Vorsicht. Erste Fallschirmsprung, ich habe einen schönen Überblick. Einen schönen Überblick, das wird bestimmt ein übler Kampf. До седьмого года здесь борьба со страхом, тяжела работа, в ВДВ не сахар. До седьмого года здесь борьба со страхом. Одного хотим мы, чтобы над страною было мирным небо. Летом и зимою, чтобы солнце вечно над землей светило, и Чечня скорее про войну забыла, чтобы солнце вечно над землей светило, и Чечня скорее про войну забыла. Два нелегких года пронеслись как птицы, и увидим вскоре. Was haben wir jetzt gegeben? Das ist lieb. Wir rennen schon wieder los wie die Geisteskranken. Okay, dann wollen wir mal hinterher rennen. Ja, der Nebel ist nicht so toll. Einerseits verbirgt er uns, andererseits schränkt er natürlich meine Sicht ein. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Gehen wir denn jetzt hin?
Nochmal sammeln, das ist gut. Восьмой на приеме. Мы готовы к штурму. Принял восьмой. Приступайте. Ну, черти, пора вам гореть в аду. Вперед, мужики! К бою! 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 Los, lauf! Lauf, kleines Schwein! Lauf! Geh nicht mal mal hinterher. Quatsch, kein Schrott. Raggi! Raggi! Что ты бежишь, шиз? Заряжаю. Там дома. Вижу цель. Гранатомет. Направление 50. Канатчик, прием. Sinn. Zurück, zurück, zurück. Da muss eine Sammlung von verbotenen Abzeichen haben, die ist bestimmt bemerkenswert.
Замечен противник. Солдаты, юго-восток, 200 метров. Прием. Welche Artillerie feuert denn hier? Замечен противник. Солдат, юг, 100 метров. Прием. Атакуй того стрелка. Восток. Открываю огонь по цели! Schöner Schuss. Двигайся 100 метров вперед! Einer ist nach rechts. Заряжаю. Открываю огонь. Два. Стреляй в того солдата. Восток. Schöner Treffer. Уложил гада. Два. Атакуй того стрелка. Влево. Солдат. 200 метров! Слева! Солдат! 100 метров! Вперед! Как сильно зацепил! Scheiße, я сейчас gesehen! Gut gemacht! Нужно перезарядить. Не могу выполнить приказ. Три, атакуй того стрелка. Впереди. Открывай огонь по цели. Das war schon der Treffer. Нужно перезарядить. Шесть, атакуй того стрелка. Пошло. Второй, шестой. Ясно? Нейтрализуй!
Hier ist alles tot. Überall unsere Leute. Шестой, ясно? Die Schüsse kommen von irgendwo aus dem Gebäude. Двигатель 200 метров вперед! Scheiße. Hey, geh mal lieber runter, leg dich doch mal hin. Отмечен противник. Солдат, Юг 50 метров, прием. Второй, шестой, ясно? Ich wusste, in dem Gebäude ist noch jemand drin. Заряжаю. Противник, снайпер! Заряжаю. Вижу цель. Направление 50 метров. Прием. Нужно зарядить. Прикрой меня. Снайпер! 75 метров! За нами! Scheiße. Mensch, was für Magazine leitet da in die Waffe rein? Scheiße, das ist weg. Guck mal, wer dort steht. Das ist cool. Die rennen alle dran vorbei.
Окей. Убить! Будь команд. 6, 2, стреляй в этого солдата! Влево! 2-й, 6-й, ясно? Уложил гада. Flugabwehr, Raketenwerfer. Kleiner mal speichern. Die werden zurück ins Meer getrieben, die Typen. Mit dem Schiff sind sie eins gekommen. Mit dem Zombie-Schiff. Und sind hier gestrandet. Второй, 6-й, ясно? Три, стреляй в того солдата! Три.
Вижу цель. Солдат. Направление 200 метров. Прием. Вижу цель. Солдат. Направление 100 метров. Прием. О! Шайсе! 100 метров! Вперед! Это смешно было обычно. Жил гада. Шесть! Стреляй в этого солдата! Юго-восток! Вода! 100 метров! Влево! Открываю огонь! Два! Атакуй! Того стрелка! Ура! А этот дроп освобожден! Духи сломаны! Good arbeit! Отличная работа! Ожидайте вертолет! Ура! Ждем! Liberated, enemies were defeated. Roger Fett, we are waiting for befördering. Befördering! Befördering to talk. Все закончилось. Мы сделали это, друг. Даже не верится. Неужели я скоро поеду домой? Дембель меня дождался. Везет тебя. Мне еще коротать тут дальше. Я думаю, без звания сержант тебя не отпустят. Героем приедешь на родину. Hero, that's good. Столько пережили. Может, к нам в разведку пойдете? Intelligence service. Now, that's good. Спасибо, товарищ капитан. Но я, пожалуй, откажусь. Домой поеду. Спасибо, Азаджан. А мы Ваську заберем. Ему еще дослуживать. Пойдешь к нам, Василий? Так точно, товарищ капитан. Так точно. Я так руса. Камерад капитан. Das ist gut. Das ist der einzige, der von dem Zug noch übrig geblieben ist. Der ganze Zeit hier, dieser Sergeant. Mit dem Funkgerät auf dem Rücken. Wir haben es überlebt, Kumpel. Wir haben es überlebt. Echt krass. Leave the island. Ясно. Под камнем трещит стекло, так языческий пантеон новой верой был потеснен, пока время водой текло, вольных росичей покрестил православных церквей канон, обернувшись для всех закон, стал оплотом державных сил,
И едва славянский мир погряз в чехарде междоусобных дрязг, от степных набегов застонала Русь. Но мы были чересчур горды жить под игом Золотой Орды, и на радость вскоре разменяли грусть. За отечество, за царя поднимались из пепла мы, словно свет из проклятой тьмы, как поутру встает заря. Никому не понять наш нрав. In alten Zeiten renne ich den Typ hinterher. Das ist gut. Das passt wirklich gut. Noch weiter weg hätte er nicht landen können mit dem Scheißding. Ein riesen Flughafen. Ich nehme an, dass der Typ jetzt General ist oder sowas. Нас хотели землей смешать, сжечь и прах раскидать по ней. На стакане хлеб бросает тень, каждый год на май в девятый день. Саубо. We did it. Control of the island has been restored. Das war natürlich nicht schlecht. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 15, 16. 16 Leute abgeknallt. Gar nicht schlecht. Das Finale. Das Finale. Russian Federation, our time. Aber ich hätte gerne gesehen, was sie mit dem anderen Typ machen. Nachdem sie die Zivilisten dorthin gerichtet haben, glaube ich nicht, dass er davon kommt. Домой приехал в звании сержанта. Затем пошел учиться в военное училище. Как-то так. Больше приключений мне переживать не приходилось. Das ist gut. Ich musste noch viele Abenteuer bestehen. Товарищ майор, спасибо вам за такую интересную историю своей жизни. Очень долго буду ее помнить. А тебе спасибо за то, что смог это все выслушать. Ребят, конечно, жалко. Представляю, что было с родными и близкими, когда они узнали об их гибели. Очень трагичные воспоминания об этом у меня. Тот день у меня остался в памяти на всю жизнь. Ладно, товарищи молодые десантники, пора мне домой. Рад был с вами побеседовать. Das ist mein Vorgesetzter, da kann man ja nur stolz drauf sein. Tolle Kampagne. Lex 90, nicht schlecht. Not one but us.